Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о первой подкормке томатов и огурцов после высадки. Будь то в защищенный грунт, будь то в открытый грунт. Существует много разной информации о том, как нужно подкармливать томаты после посадки. Бытует мнение, что главной подкормкой является насыщение томатов высаженной рассады питательными веществами. Однако это верно лишь в том случае, если рассада, которую вы высаживали, была тощей, а заправка почвы была недостаточной. Ведь какую рассаду мы высаживаем? Она толстая, такая мощная, с большим накопленным объемом питательных веществ, с хорошей, достаточно такой мочковатой, обильной корневой системой. И вот именно такую рассаду, вот может быть с началом образования бутончиков, но желательно не с расцветающими цветочками, чтобы рассада не была в генеративной фазе, чтобы она все-таки оставалась все еще в вегетативной фазе. Вот такую рассаду мы и высаживаем. И в течение 2 недель при условии хорошей заправки почвы этой рассаде более чем достаточно питательных веществ, и ей еще наперед хватит, еще на больший период. Кроме того, если мы провели мероприятие по подщелачиванию почвы, внесли слабощелочной раствор, в этом случае, даже если питательные вещества находились в какой-то малодоступной форме, они станут все-все-все доступны для рассады и в полной мере обеспечат ее потребности в питательных веществах, простимулируют рост корневой системы. Чем же нужно подкормить рассаду после посадки в течение первых 10-14 дней? Сейчас самое главное – это заживить корни и не дать возможности внедриться туда патогенам, которые вызывают увядание. Одним из наиболее опасных патогенов, вызывающих увядание как у томата, так у огурца, а также у многих других растений, включая и баклажан, и перец, и многие другие. Этим возбудителем является фузариум, фузариум максиспорум и другие патогены. Все они атакуют ранки, атакуют даже здоровые клетки с помощью специальных разрушающих ферментов. И нам надо изо всех сил постараться исключить возможность воздействия этих патогенов, этих ферментов на вот эти самые немножечко поврежденные, естественно, при посадке корни. Поэтому дадим им немножко оправиться, дадим немножко растениям прижиться, дадим немножко им очухаться после вот этой самой процедуры и приступим к нашей подкормке. Оказывается, вещество, которое можно купить буквально в любом продуктовом магазине, способно на 50, а то и 80% блокировать вот эти самые ферменты, вот это оружие, с помощью которого патогены пробивают корни, пробивают листья, пробивают остальные ткани, части растений и внедряются внутрь. И это вещество не что иное, как самый обыкновенный сорбит или сорбитол. Это подсластитель, который рекомендуется диабетикам для замены сахара. Продается в отделах здорового питания в любом продовольственном магазине. Как подействовать этим сорбитом на растения, чтобы снизить риски возникновения корневых гнилей? Нам корневые гнили в этот момент нужно спрофилактировать в первую очередь. Для этого нам необходимо взять 1 столовую ложку сорбита на ведро воды, на 10 литров воды. Ну, у меня здесь на самом деле столовая ложка и осталась, поэтому я все содержимое высыплю. Хозяйство у меня большое, и поэтому я этот способ использую довольно широко для высаженной рассады. После тщательного растворения, понимаете же, что это не токсичное абсолютно вещество, его хоть ешь, хоть пей, оно совершенно не опасно ни для человека,
ни для растений, если, конечно, вы не будете превышать дозы и концентрации. И после тщательного растворения необходимо взять пол-литра этого раствора и пролить увлажненные, достаточно увлажненные растения на каждое растение пол-литра такого раствора. Раствор хранить я не рекомендую, потому что все-таки сорбит, сорбитол является достаточно питательным источником энергии для многих микроорганизмов, в том числе для таких, как сенная палочка или триходерма. Поэтому, проливая почву сорбитолом, сорбитом, вы одновременно также стимулируете развитие и конкурентной микрофлоры. Этот раствор не опасен ни для корней, ни для надземной части растений. Поэтому, если вы проведете дождевание этим раствором, тоже ничего страшного. Если вы по листве вносили какие-то биологические препараты на основе триходермы, псевдомонад, еще на основе каких-то препаратов, сенной палочки, то в этом случае этот сорбитол станет для них хорошим источником энергии. Что же касается патогенов, то вот это оружие их, вот этот вот фермент будет заблокирован, и они дадут такую осечку в колонизации и в нарушении целостности растительных тканей и вызывании увядания. Этого пролива, ну, лучше сделать не один, а два через 10-14 дней и еще один через 5-7 дней. Вот два таких пролива рассады будет вполне достаточно, чтобы дать возможность корневой системе рассады окрепнуть, начать разрастаться и активировать естественные защитные силы растения для борьбы с атаками всевозможных патогенов. Ну и, как я уже сказал, поддержка конкурентной микрофлоры. Этот раствор тоже обладает такой функцией. А минеральные и органические подкормки будут попозже, после того, как восстановится в полной мере корневая система и несколько истощатся запасы питательных веществ в зоне роста корней. Конечно, растениям очень нужно много питательных веществ в этот период, но пересыщение питательными веществами зоны роста корней может привести, напротив, к депрессии, к снижению уровня развития корней, потому что они попадут в область слишком высокой концентрации питательных веществ, что негативно скажется и на развитии надземной, и подземной части растений. А нам это не нужно. Что ж, надеюсь, вы воспользуетесь этим нашим советом. Уверен, что это достаточно нетривиальный, но эффект этого способа подкормки является доказанным и практикой, и теоретическими, и лабораторными исследованиями, и используется очень-очень часто в таких продвинутых органических хозяйствах, особенно на Западе. Ну и нам не стоит отставать, тоже следует внедрять в свою практику методы органического земледелия, помогать растениям бороться против заболеваний естественным путем. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам здоровья, удовольствия от процесса выращивания растений и процветания. Всего хорошего!